Не про Валерия Крымского задавали вопрос, что сейчас Валерий Крымский. Он не понимает, что к нему в голову приходит. Он начинает распространять идиомы Пятибрата. Он начинает распространять идиомы Дэвида Айка, что это рептилоиды во всем виноваты. Еще выискивая какие-то бредовые совершенно причины, да, какую-то бредовую логику используя, там глаза показывая, где там, ну, не видно, что глаз он как бы узкий. То есть видит то, что ничего не существует, потому что хочет это видеть, потому что это видение идет из изначального шаблона, который находится в его голове. Не из той информации, которая извне приходит, которая пытается пробиться в его здравомыслие. Он начинает выстраивать, пытаясь понять, и к нему приходит эгрегориальное знание вот этих гуманоидов. Гуманоиды захватывают голову. Освобождайте нас, да? Вот. Вот здесь он показывал глаз, что якобы этот глаз узкий, рептилоидный. Где здесь узкость? Где здесь вот это вот, как у кошек, сужение зрачка? Ну вот скажите, где он здесь рассмотрел? Причем есть вот это он фильм взял. Есть множество видеоматериалов, где более узкие зрачки показаны, да, допустим. Там Буша, по-моему, там показывают. Но где здесь он рассмотрел узкость глаз? И у него есть в голове идиома, что вот у рептилоидов узкие зрачки, значит, я вот рассмотрю как-нибудь, обосную, да, то, что хочу увидеть, но то, того, что не видно. Вот, ну, мне надо видеть здесь узкие зрачки, какую-то роговицу. Я надеюсь, всем прекрасно видно эта пленочка. Ну какая пленочка? Где вы здесь видите какую пленочку? К тому же кошки. Кошки что, рептилоиды? Вот скажи, Валера, кошки это рептилоиды или кто это? Люди попросту лишены здравомыслия, понимаете, в чем дело? Люди пытаются, исходя из внедренных в их сознание шаблонов, найти какое-то подтверждение. Ты видео смотрел, Мила Красноярцева пишет, ты видео смотрел, там не про зрачок. Ну, Мила, ну я смотрел видео, роговица, описано то, как у рептилии эта роговица, вот оно. И что, думаешь, я не смотрел, что ли, это? Ну, то же самое, это же то же самое про роговицу, это то же самое про узкий зрачок. Один в один идет, ничем не отличается. Ну где здесь, какая здесь пленочка? Какая пленочка-то? Какая здесь пленочка? Вот где здесь видно какую-то пленочку? Это же все из пальца высосано. Берутся псевдонаучные знания, такая же теория, как генетика, как и из нее начинается отплясывание. Отплясывание от научной теории. Я уже замучился говорить, что все научные знания это бред, это чушь. Все научные знания, которые вы знаете, они предназначены для того, чтобы исказить здравомыслие, ввести вас в какое-то искажение. Мила Красноярцева, все хайпятся на чужой работе. Что к чему? Мне задали вопрос про Валеру Крымского. Я на него отвечаю. Я не пытаюсь хайпиться на чужой работе. У меня своя идиома, у меня своя концепция. Я знаний выложил гораздо больше, чем во всей абсолютно ГК глубинной книги Пятибрата, включая Дэвида Айка. В разы больше у меня теорий и концепций. Особенно на моем основном канале было куча концепций. Даже на лайв-канале, который сейчас основной, очень много концепций, но люди не понимают, не смотрят по 20, по 30 просмотров, никто не понимает, что нужно делать. Конечно, энергетика, там каких-то рептилоидов, какой-то, я не знаю, плоской земли, она гораздо сильнее. Это интересует людей, они как зомби идут туда, где как бы светит, как мотыльки на огонек стекаются.
Ладно, спасибо, что смотрели. Думаю, что вы получите хоть какое-то продвижение здравомыслия. Это утрированность выводов, что разум не всегда бывает на нашей стороне. Что все вот эти медийные СМИ, шоу, в том числе и Пяти Братов, в том числе и Дэвида Айка, основных концепций экзотеризма и конспирологических теорий. В умственном плане оно пытается создать ложные идиомы, иллюзии. Если вы будете по привычке, потому что вас запрограммировано основываться на этих идиомах, как, допустим, Валера это делает, и пытаться найти правду какую-то, вы будете вот такими флешмобами. Учитесь прислушаться справедливости, сорадованию, сочувствию. Тогда вы поймете, что женщины, мать ваша, которая вас родила, молоком скормила, она не может быть роботом. Совестно надо быть, когда вы рассказываете, что женщины это роботы. Спросите у Валеры, кто его рожал по его логике. Наверное, робот. Меня рожала мама. А мама откуда взялась? Вот это вопрос. Распечатали, скорее всего. Ты еще, короче, неуважительно и к предкам своим относишься, да? Так получается. Это совершенно неприемлемо для нормального, здравомыслящего человека называть свою мать роботом. Ладно, всего хорошего вам, до свидания. Спасибо, что смотрели.